Здравствуйте! Тем, кто смотрит нас не в первый раз, напомню, что 3552 олимпийских вида спорта вынудили организаторов растянуть Олимпиаду на все 4 года, после чего желающие участники переезжают в новую гостеприимную столицу. И вот буквально вчера к нам пришло известие о совершенно новом олимпийском виде спорта – это олимпийская жадность. И сегодня у нас в студии самый жадный жадина нашей страны – Леонид Говядина. Леонид, вам плохо? Не трогайте, это мое! Своё трогайте, а это моё. Чахну я над ним. Что непонятно? Это мой графин. Мой, вот написано. И не трогайте. И чай мой. Вот. Чай ваш. А стакан наш. Стакан ваш. А блюдце моё. Моё блюдце. Ну, хорошо. Леонид, не могли бы вы ответить на парочку вопросов? За так? Нет. А за как? Ну, смотря за сколько как. Ну, я не знаю. Ну, за 10. Ну, так бы сразу и сказали. Не смотрите, это мое, свое смотрите. 2 по 10, итого 30. А где еще один? Вот. Ну, хорошо. Да вы в своем уме, что вы делаете? Еще 2 вопроса. Ладно, в течение недели как-нибудь, хорошо? Хорошо, я подожду. Хорошо. Не считайте, это мое. Своё считайте. Да вы их что, в карман положить не можете? Нет. Леонид, а не могли бы вы дать... У меня ничего нет. Нет, какое-нибудь напутствие начинающим жадинам. А, ну, реже мойтесь, больше прилипнет. То-то я и смотрю, к вам столько мусора поприлипало. А! Это мое! Зачем вы стряхнули? Где оно? Извините, мое. Мы сейчас найдем, не волнуйтесь. Мое. Мы сейчас найдем. Сейчас. Где оно? Пускайте рекламу. Интер. Интер.